Сейчас вкусно позавтракаем. Как ты? Получше. Смогла хорошо поспать? Да. Иногда просыпалась, но пойдет. Я этим утром встать не могла. Позвонила в школу, отпросилась. К тому же в таком состоянии от меня пользы здесь не будет. Хорошо сделала. Папа настаивал, чтобы я с ним пошла в отделение, чтобы не оставалась одна, я не захотела. Когда иду туда, мне как-то плохо становится. И если увидишь, что я сейчас с тобой, разозлится, скорее всего. Человек прав. До последнего прав. Если бы и у меня дочь была, она бы встретилась с таким, как я бы тоже злился. Какой я человек? Что я за человек? Даже за котенком присмотреть не могу. Комиссар Хусейн прав, ей-богу. Сергей, что такое? Почему ты остановилась? Не говори себе такое, пожалуйста, ты не такой человек. Сергей, я очень испугался, что с тобой что-то случилось, честно. Я очень испугалась того, что больше тебя не увижу. Угор, я очень много думала о тебе, о нас, про эту жизнь. Давай больше не будем друг друга так огорчать, пожалуйста. Каждый момент настолько ценен. Сергей, я очень тебя люблю. А я тебя очень люблю. Сестра Жандан, я не буду есть. Но сладкая моя, ради меня, покушай еще кусочек. Я тебе такой вкусный кусок с медом сделаю. Ну-ка, держи. Сестра Джандан. Может, я не пойду сегодня в школу? Хорошо, сладкая. Хорошо. К тому же учитель Сергей тоже не пойдет сегодня, да? Да. Нам всем надо немного отдохнуть. Ойкин, а смотри, вот и учительница пришла. Доброе утро. Доброе утро. Приятного аппетита, Ойкин, как ты? Хорошо, а вы? И я в порядке. Сергей, проходи, позавтракай. Нет, Джандан, мне не хочется.
И я не хочу, но кто меня слышит? Но мы же договорились про последний кусок. О, хлеб с медом, и я покушаю. Налить тебе чай? Нет, я сама налью. Тебе можно налить? Можно, давай. Ой, ладно, если мне лезть, не заставляй себя. Давай, иди умойся, помой хорошенько руки, переоденься, пойдем с тобой счастливчика искать. Принеси корм тоже. Хорошо. Давай, беги. Ей-богу, девочка разбита еще и после исчезновения счастливчика. А как ей быть? Ребенок все время бац. Вчера ночью нормально не спала. Всю ночь звала Демира. Интересно, куда же они забрали Демира? Если бы мы знали. Я очень боюсь. Ничего же не сделаю. Друзья, так нельзя. Нам нужно немного сильнее держаться. Если мы не будем сильными, как мы будем поддерживать ребенка? Да-да, не будем расстраивать у их. Я готова. Ну, пойдем же. Тогда я тоже сейчас переобуюсь и приду. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.